Програма виходить за підтримки фірми «Мегатранс», офіційного імпортера автомобілів «Самант». Страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок», и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. На минувшей неделе наконец-то появился в открытом доступе окончательный вариант изменений в правилах дорожного движения, которые вступают в силу с 15 апреля. Теперь самое время разобраться с новшествами. Начнем с терминов. Как уже не раз говорилось в «Бардачке», изменений в ПДД планируется много, но принципиальных нововведений поменьше. Основная масса новшеств – это уточнение и конкретизация отдельных давно привычных требований к правил. Пункт 1.10 термины определения пополнился примерно десятком новых понятий. Начну по алфавиту. Появился новый термин – автопоезд. Это механическое транспортное средство, соединенное с помощью сцепного устройства с одним или несколькими прицепами. Все автомобилисты и так знали, что это за зверь, но до сих пор в ПДД точной формулировки не было. Определение «велодорожка» избавилось от упоминания мопедов. Если в старых ПДД по ней разрешалось ездить и велосипедистам, и мопедистам, то теперь только велосипедистам. Напомню, что уже давно мопеды отнесены к механическим транспортным средствам. Новый термин «газон» обозначает участок с однородным покрытием, которое искусственно создано посевом дерносоздающих трав. Ключевое слово «искусственно». Газон может быть как в пределах дороги, на разделительной полосе или у тротуара, так и в других местах, например, во дворах. И отныне стоянка на таком искусственно созданном покрытии запрещена. Вот только как водителю понять происхождение травы под колесами его машины, не объясняется. И еще одно абсолютно новое понятие – дневные ходовые огни, ДХО. Это внешние световые приборы белого света, предусмотренные конструкцией транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения днем. Предполагается, что их нужно обязательно использовать с октября по май. Однако наличие в определении слов «предусмотренные конструкции» сразу делает неприменимыми многочисленные разнообразные изделия из Китая, которых полно на рынке и уже много на машинах. Наличие таких светодиодных конструкций, увы, не избавляет от необходимости включать днем фары. Обходиться без ближнего света можно только тем водителям автомобилей, которых заводы оборудованы дневными ходовыми огнями. Немного изменилось понятие вынужденной остановки. Теперь причиной прекращения движения, помимо прочего, может быть не только состояние водителя или пассажира транспортного средства, но и состояние любого другого участника движения, создающее угрозу безопасности, например, странное поведение пешехода вблизи или на проезжей части. Наконец-то авторы ПДД прописали в них определение термина «маневр». Все и так понимали, что это такое, но точная формулировка опять же отсутствовала. Отныне маневр – это начало движения, перестроение, поворот, разворот, съезд проезжей части или движение задним ходом. Я продолжаю знакомить вас, уважаемые телезрители, с новыми терминами и определениями, появившимися в тексте правил дорожного движения волею постановления правительства номер 111 от 11 февраля 2013 года. Одним из принципиально важных новшеств стало появление четкого определения такого незаконного поведения, как сокрытие с места ДТП. Формулировка звучит так. Это действия участника дорожно-транспортного происшествия направлены на сокрытие факта такого происшествия или обстоятельств его совершения, повлекшие необходимость проведения сотрудниками милиции мероприятий по установлению розыску данного участника или розыска транспортного средства. Получается, что если с места аварии скрылся, но потом, заговорил о совести и вернулся, то как бы нет повода обвинять. Главное, чтобы гаишники не начали искать. А они с этим практически никогда не спешат. Еще один термин, от которого, видимо, пользы как бы нет, это «островок безопасности». Опять же, все водители представляют себе, что это такое, а теперь есть точная формулировка. «Островок безопасности» — это техническое средство регулирования дорожного движения на наземных пешеходных переходах, конструктивно выделенных над проезжей частью дороги и предназначен как защитный элемент для остановки пешеходов при переходе проезжей части. То есть это не выделенный разметкой островок, а выделенный конструктивно, бордюром. Напомню, что заезжать на него по-прежнему запрещено. Термин «ночь», вернее, темное время суток, изменился значительно. Теперь ночь – это период времени от захода солнца до его восхода. Если раньше между днем и темным временем суток были переходные периоды, сумерки, то теперь они в ПДД отсутствуют. Солнце зашло – все, ночь. Со всеми вытекающими последствиями, как то включение света, ограничение маневрирования, снижение скорости и так далее. Кроме сумерек, исключен из текста ПДД и термин «дорога для автомобилей». Исключен за ненадобностью, хотя соответствующий знак почему-то остался. Добавился термин «троллейбус».
Ну, трамвай, автобус, ПДД были, а троллейбуса как-то не хватало. Теперь есть. И появилось определение «дорога с усовершенствованным покрытием». Сюда входят дороги с любым искусственно созданным покрытием, кроме насыпных. Асфальт, бетон, брусчатка, плитка или связанные наполнителями щебенка и гравий. Даже знак соответствующий придуман. Конец дороги с усовершенствованным покрытием, дескать, дальше – грунтовка. Ну а о новых знаках и разметке мы поговорим в следующем выпуске «Бардачка». Не пропустите! С 17 февраля в Дворце Украина произошло знаковое событие для всех, кто хоть раз садился за руль спортивного авто или наблюдал захватывающие баталии на гоночных трассах. В рамках награждения лучших гонщиков 2012 года Автомобильная Федерация Украины заявила о структурных реформах в организации, поделилась последними достижениями и масштабными планами на будущее. Я там тоже присутствовал, за что отдельное спасибо джиперам из команды Off-Road Group. История Украинской Федерации Автоспорта началась в 1992 году прошлого века, и с тех пор в Украине было организовано и проведено огромное количество всевозможных автоспортивных состязаний, но юбилейный 2012 год на этом фоне выглядит особо внушительно. В нем было проведено 4 международных соревнования, 38 этапов чемпионата Украины, 16 этапов Кубка Украины, 20 этапов национальных серий, 31 клубное и 22 национальных соревнований. Итоги года подводили в одном из самых больших концертных залов страны – Дворце искусств «Украина». Перед ним – те самые спортивные болиды, которые участвуют в соревнованиях по 15 видам автоспорта. От суперскоростного болида, принимавшего участие в самом престижном моночемпионате Европы «Феррари Челлендж», до кроссового багги и трофейного внедорожника с явными следами преодоленных препятствий. Гости юбилейных торжеств проходили, как и положено, по красной дорожке, и мне было особенно приятно видеть среди них знакомые лица харьковчан, приехавших в Киев не только отпраздновать юбилей ФАУ, но и получить завоеванные награды. Кстати, о наградах. Пока многочисленные гости мероприятия общались в кулуарах за рюмкой чая, победители состязаний получали спортивные звания. Без пафоса в рабочей обстановке им вручали удостоверение кандидатов в мастера и мастеров спорта. Ну а, собственно, чествование победителей проходило гораздо торжественнее. На сцене Дворца Украина спортсмены принимали поздравления от собравшихся. И вновь лично мне было очень приятно видеть земляков-харьковчан среди обладателей спортивных трофеев. Праздничный концерт звезд эстрады – еще одна награда для нынешних активистов ФАУ и ветеранов автоспорта. Однако, по моему мнению, самым важным в юбилейных торжествах было не столько награждение спортсменов, сколько официальное оглашение планов развития Автомобильной Федерации Украины. Изменения в работе ФАУ были заметны на протяжении всего минувшего года. И изменения значительны. Под эгидой Федерации стали на высоком уровне проходить соревнования по тем видам автоспорта, которые раньше находились чуть ли не на нелегальном положении. Тот же драгрейсинг, например. В 2012-м ФАУ признана субъектом олимпийского движения в Украине. Но самое интересное, как оказалось, ждет Федерацию впереди. Я хочу, чтобы Автомобильная Федерация Украины стала на защиту обычных автомобилистов, смогла быть достаточно авторитетной организацией, чтобы формировать в том числе и поправки в правила дорожного движения и вообще развивать культуру вождения наших водителей. Я так думаю, что мы проведем в ближайшее время конференцию, на которой не будет что сказать. Будет представлен план развития на ближайшие годы, в котором будет учтен опыт серьезных подобных организаций зарубежных. Развитие совершенно нового направления деятельности ФАУ должно, несомненно, оказать огромное влияние на дорожное движение в стране. Помимо законов и правил, должен быть и общественный регулятор отношений на дорогах. И если у нынешнего руководства Автомобильной Федерации получится воплотить намеченное, то украинское дорожное движение станет более цивилизованным. Надеюсь, так и будет. В прошлом выпуске «Бардачка» я рассказал важные детали современных турбированных двигателей – интеркулере. Однако надо бы уделить внимание и самому наддуву. Помимо всем известного турбонаддува, есть и другой способ повышения мощности двигателя – компрессорный наддув или суперчарджер. Идея повышения мощности двигателя внутреннего сгорания путем увеличения количества топливо-воздушной смеси, подаваемой в цилиндры, так же стара, как и сам ДВС. Еще в 1885 году великий Готлиб Даймлер запатентовал способ принудительного нагнетания в цилиндры воздуха с помощью механического компрессора.
В дальнейшем, благодаря авиации, эта тема не умерла, а получила серьезное развитие. Дело в том, что турбокомпрессоры, используемые и тогда, и сейчас, имеют один неприятный недостаток – турбояма. Из-за небольшой скорости потока выхлопных газов на низких оборотах двигателя и инерционности самой турбины, резкое нажатие на газ не приводит к мгновенному отклику мотора. Обороты нарастают относительно медленно. И только после того, как двигатель раскрутится до каких-то нужных оборотов, происходит резкое ускорение. Этот эффект получил название турбоподхват. А то, что происходит до достижения этих оборотов, есть турбояма. Автопроизводители борются с этим явлением уже долгие годы. В ход идут и турбины с изменяемой геометрией, и ступенчатый наддув, и много других умных слов. Эффект есть, однако и конструкция двигателя существенно усложняется, и цена его растет. Избавиться от недостатков турбонаддува позволяет механический нагнетатель, обороты которого жестко привязаны к оборотам двигателя, и производительность которого нарастает линейно. Это и есть суперчарджер. Здоровенные конструкции, возвышающиеся над капотами хот-родов 40-х-50-х годов, это и есть механические компрессоры. Существует несколько вариантов таких механизмов, но все они работают по одному принципу. Коленвал двигателя вращает шкив, соединенный ремнем или цепью с винтовыми нагнетателями. Вращение этих деталей загоняет воздух внутрь двигателя. Привод компрессора можно сделать отключаемым, чтобы использовать повышение мощности только в те моменты, когда она действительно нужна. Так работали суперчарджеры на купе Mercedes 540K 1938 года. Включались водителям по мере необходимости. Кстати, Mercedes и сейчас не чурается использования механических компрессоров. Но больше всего поклонников этой технологии в стране самых больших моторов – в США. При всей простоте конструкции суперчарджер имеет ряд существенных недостатков, препятствующих его широкому распространению. Главный из них – большая доля механических потерь. Лучшие конструкции, добавляя двигателю до 50% мощности, отбирают от этого количества дополнительно примерно четверть. КПД суперчарджера порядка 75%, в то же время турбонаддув имеет КПД порядка 90-95%. Не меньшая проблема для суперчарджеров – относительно быстрый износ как самого компрессора, так и двигателя в целом. Да, с этим справляются современные материалы и смазочные вещества, но на цене агрегата это сказывается явно не в сторону уменьшения. Однако поклонники тюнинга чаще выбирают именно механический нагнетатель. Его можно смонтировать под капотом большинства серийных машин без существенных переделок. Важно только понимать, что после установки чарджера требуется очень тщательная настройка системы питания, газораспределения и зажигания, иначе мотора хватит только на один заезд. Для спорта это нормально, а вот для обычного автомобилиста явный перебор. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.